Всем привет! Меня зовут Александр, и с вами интернет-магазин Деника. У нас на обзоре новинка 2018 года от LG модель UK6520. Сразу скажу, что если вы ищете достойный 4K телевизор, то данная серия является оптимальным вариантом. Давайте рассмотрим его детальнее. Основные параметры линейки UK6520 практически не отличаются от более дорогих собратьев, хотя визуально он выглядит проще. Здесь мы видим, что весь корпус выполнен из металла. Серые рамки достаточно тонкие. Телевизор укомплектован двумя боковыми ножками. Конечно же, присутствует возможность крепления на стену. Модель UK6520 – очередной этап эволюции прошлогоднего телевизора UG6507. Техническая составляющая телевизора осталась неизменной, зато появились интересные интеллектуальные функции. Благодаря разрешению Ultra HD, UK6520 имеет хорошее и четкое качество изображения. Технология Active HDR помогает выводить на экран очень реалистичные изображения с живыми и яркими тонами. Для этого просматриваемый контент также должен быть отснят в режиме HDR10 или HLG. Но даже если смотреть стандартный контент без расширенного динамического диапазона яркости, опция HDR эффект прибавляет интенсивности картинки, увеличивая яркость светлых мест на экране и уменьшая яркость темных. Местонахождение зрителя по отношению к телевизору не имеет значения, благодаря применяемой матрице IPS, тип IPS RGBW. Битность матрицы 10 бит. При просмотре фильма в темной комнате поможет технология локального затемнения, которая снижает интенсивность подсветки на темных кадрах. Коэффициент контрастности 1300 к 1 и средняя яркость 315 нит, возможно, покажутся недостаточным значением для качественной реализации режима HDR. В этом случае можно включить режим просмотра с динамической контрастностью. В целом, кадры будут выглядеть ярче. PMI составляет для данной модели 1700 единиц при частоте обновления 50 Гц. Мощный 4-ядерный процессор от LG улучшает четкость и достоверность быстро движущихся объектов и таким образом демонстрирует отличный результат, в том числе и в игровом режиме. Встроенный апскейлер расширением 4K неплохо масштабирует видео стандартного размера до Ultra HD. Телевизор UK6520 в 2018 году получил одну новую функцию – SyncQ. Интеллектуальная технология SyncQ от LG призвана значительно облегчить общение телезрителя со своим телевизором, а также и с другими домашними устройствами тоже. Конечно же, эта технология основывается на распознавании человеческой речи. Реализованы умные функции все так же на основе операционной системы WebOS 4.0, которая обеспечивает удобный интерфейс для работы с крупнейшими потоковыми сервисами. Традиционно низкий input lag в игровом режиме удовлетворит и требовательного геймера. В других режимах просмотра задержка по выходу выше, но не имеет такого принципиального значения. Что касаемо звука в телевизоре LG, то он неплох. Два встроенных динамика мощностью по 10 Вт и технология Clear Voice 3 для автоматического подавления шумов и усиления звучания голоса. Набор подключений для 4K TV уже достаточно стандартен. Это 4 входа HDMI, 2 разъема USB, по одному сзади и один сбоку, плюс еще один общий компонентный видеовход. Для более стабильного подключения вы можете подключить телевизор с сетевым кабелем через порт LAN, реализованный беспроводный стандартный Wi-Fi и Bluetooth версии 4.2. Выход на наушники отсутствует, но есть цифровой оптический аудиовыход. В заключение могу сказать, модель UK6520 произвела позитивное впечатление, поэтому я смело вам его рекомендую. С вами был Александр и интернет-магазин Деника. До новых встреч!